Владислав Иванович, ну и в заключение мне представляется еще такой интересный штрих вашей жизни. У вас сейчас появилась возможность передать эстафету вашу музыкальную вашему внуку. Он недавно у нас выступал в передаче в нашем журнале, играл Шопена, а теперь он играет уже и ваше сочинение. Да, вы знаете, это, конечно, очень приятно мне говорить о внуке, потому что когда достигает вот такой порог зрелости, думаешь о том, что, в общем-то, кстати, жизнь уже идет под горку, что называется. И когда появляется какой-то человек, так сказать, твоя кровиночка, которая также увлеченно относится к музыке, как и сам, испытываешь настоящее, так сказать, наслаждение и счастье. Мой внучок, значит, учится в школе десятилетки при консерватории. Он еще ученик третьего класса, но однажды он попросил: дедушка, говорит, напиши мне, пожалуйста, вот мы с приятелем хотим сыграть какое-нибудь сочинение вдвоем. Ну, как известно, там в основном такие маленькие ребята играют, как правило, так сказать, не ансамбль, а играют, так сказать, соло. Вот. А тут, значит, вдвоем. Давайте, так сказать, вдвоем. И я для него и для его приятеля, флейтиста, Павлика Штейнлухта, вот написал такое сочинение. И назвал его «Приятная прогулка». Вот, они как-то сыграли ее в малом зале капеллы. Вот, а сегодня, вот, так сказать, состоится его запись на радио. Я думаю, что